Добрый день. Меня зовут Светлана, и я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о проектах Ольги и Алексея Валяева. Хочу сказать, что деятельность Ольги и Алексея Валяева достаточно сильно повлияла на мою жизнь и изменила ее к лучшему. Я участвовала в марафонах Ольги и Алексея Валяева. Также я приобрела книгу под названием «Предназначение быть женщиной». Я хочу немного рассказать об этом. В этой замечательной книге содержатся, как мне кажется, бесценные знания, проработанные, прожитые Ольгой Валяевой, переработанные для нас, для современных девушек, которые часто по разным причинам путаются в жизни, в отношениях, и не так просто во всем этом разобраться без достойного учителя, человека, который на своем опыте прожил это все и может посоветовать, как сделать жизнь лучше, счастливее и гармоничнее. Ведические знания в этом, мне кажется, очень хороший помощник. В этой замечательной книге очень много информации, и читая ее, такое ощущение, что вспоминаешь что-то, что ты уже знал когда-то давно. И постепенно жизнь становится гармоничнее и лучше. Отношения с любым мужчиной выстраиваются как-то более благостно. Ощущение замечательное того, когда эти знания применяешь в жизни и понимаешь, что на самом деле так оно и должно быть. И является ощущение внутреннего счастья. Хочу сказать по своему опыту, что те рекомендации, которые даются в книге, действительно работают. Например, раньше я боялась выражать свои негативные эмоции. Мне казалось, что этого делать не нужно, что это лишнее, что мужчины и окружающих людей это пугает и настраивает на негативный лад. Познакомившись с ведическими знаниями, я поняла, что это совершенно не так. Нужно просто научиться их правильно выражать, так, чтобы и тебе, и окружающим людям было комфортно при этом, насколько это возможно. И от этого жизнь действительно становится легче. Я научилась доверять окружающим меня людям и мужчине, говорить о том, о чем я раньше бы ни за что не сказала, потому что это делает тебя уязвимой. Что еще? Ну и если говорить о дизайне, о самой этой книге, она действительно сделана с любовью. Ее хочется трогать, она очень приятная на ощупь. У нее замечательные, красивые иллюстрации, такие картиночки. Реально просто приятно держать в руках. И когда возникают какие-то проблемы, когда бывают разные заминки в отношениях или просто настроение не то, иногда достаточно просто подержать эту книгу в руке, открыть ее на любой странице, полистать какие-то абзацы, почитать, и лучше становится легче. Это волшебная книжка. Я советую ее всем девушкам, которые хотят быть счастливыми в отношениях. Хочу также поблагодарить за систему марафона Ольги и Алексея Валяева, которая организована в интернете. Эта система, на мой взгляд, очень хорошо структурирует. Она позволяет ставить цели и достигать их, но достигать по-женски. Я достаточно давно интересуюсь темой личностного роста и различными практиками системы достижения целей. Большинство из этих практик действительно работает, но никакая практика, которую я использовала до этого, не дает такого ощущения внутренней гармонии, какого-то счастья, которое дает ведическая система, про которую рассказывает Ольга Валяева. Ты достигаешь цели, но достигаешь ее по-женски, чувствуешь себя при этом гармонично и хорошо. Ты позволяешь мужчине делать тебя счастливой и делаешь все, что от тебя зависит в этом плане, именно по-женски. Мягко, женственно. Очень приятное ощущение от
тех знаний, которые дают нам Ольга Алексея Маляева. Я прошла 2 марафона. Это базовый марафон и марафон, посвященный выходу замуж. Сейчас у меня заканчивается 2 марафон. Хочу сказать, что я выхожу замуж через неделю, чуть меньше, чем через неделю. И очень большая заслуга в этом — это как раз Ольга Алексея Валяева, те знания, которые она преподносит. Поэтому все только начинается. Еще есть очень много моментов, которые нужно совершенствовать. Еще очень много есть чему научиться. Но теперь я знаю, что у меня есть надежные проводники в этом, у меня есть источники ведических знаний, проработанные Алексеем Валяевым. И я знаю, что если возникнет какая-то проблема, какой-то вопрос, я всегда могу обратиться к этим источникам, получить всю нужную информацию и решить любой вопрос, любую проблему, которая может возникнуть в этой сфере. Я хочу еще раз сказать большое спасибо и посоветовать всем девочкам посоветовать проекты Ольги Алексеевны Валяевой, какой бы он ни был, кому-то больше подойдет книга, кому-то больше подойдет марафонная система, кто-то может просто читать статьи на сайте, с чего у меня все начиналось. Это все работает, они все разные, и каждый подходит что-то свое. Еще раз хочу сказать большое спасибо Ольге Алексеевне Валяевой и всем порекомендовать.